все еще думаю, что все выставки искусства выглядят так. Let me show you how to Abracadabra, these bitches know I got answers. The way I pose for the cameras, they be like, whoa, like, whoa. В этом году более 100 свободных артистов и членов Молдавского союза художников объединили усилия для того, чтобы создать нечто поистине уникальное. Весенний салон 2022 открывает новый этап в развитии творческих процессов и культурных событий этого года. Более 135 работ. Каждый художник по-новому раскрывается публике, рассказывает свою историю без слов. В этом году мы решили к тому же изменить формат выставки. Мы не можем игнорировать то, что происходит в мире. В 2022-м весенний салон – это не конкурс, а благотворительное мероприятие. Все собранные средства пойдут на помощь украинским беженцам. Так что, посетив выставку в этом году, вы не только вдохновитесь удивительной атмосферой вокруг, но и протянете руку помощи нуждающимся. А добрые дела, как бумеранг, имеют свойство возвращаться. Abracadabra, these bitches know I got answers. The way I pose for the cameras, they be like, whoa, like, whoa. And just when they thought it was safe, I pull out my wand and my cape. I don't let these bitches escape me. Hell to the no.